вибрации, мобильные телефоны. Творчество создаю те, у кого есть вкус. Забываем каждое в своих загонах. Это все-таки салон изящных искусств. Творчество невозможно без музы. Это я, Лана Сергеева, и музыки Дмитрия Королева. Много мы всякого наделали. Двинем вперед. I love one. Добро пожаловать на наше 211-е шоу. Тема нашего сегодняшнего заседания – осеннее обострение. На нашей сцене выступят 25-27, посмотрим по времени, интересных авторов, поэтов, музыкантов, вокалистов. Поэты-щитцы могут выбрать на интересные, напоминаю правила, импровизацию или интервью. В интервью можем участвовать все мы, любые вопросы из зала допустимы и приветствуются. В конце вечера мы дадим 4 сертификата гениальности. Один из них вручит Дмитрий, один я, один Григорий Мовшиц и один будет наш общий сертификат. Торжественная церемония произойдет в конце вечера. Ну, первыми выступать, естественно, сложно, почетно, ответственно. И эту миссию мы взяли на себя. А у нас, конечно, в творчестве много всяких обострений, но начнем мы не с них, а с первой части темы, с осенней. Кафешки чертям убрали, как и дождя уныло смывают прошлые улыбки. Я не сдержалась, я была неискренней, я сыграла и проиграла, промокнув душой до последней нитки. Как бы тебя не звали, создатель, выпей вина и послушай. Останови мгновенье, преврати его в вечность. Заткни все эти немы, думающим, что они люди уши. И оставь только нас, меня, его губы, мои плечи. Время уже не идет, не бежит, оно несется, как я по мкаду. 160, 180, 200, и сердце тесно. Я ведь ничего сверхъестественного не прошу, хоть надо. Он самый лучший, смотри, хороша была бы невеста. Белое платье, белая роза в руках одна. Мои два нерожденных ребенка несут уже в ноль потом. Я знаю, что для него одного была рождена, а он хоть не знает еще, он душой лишь мой. Сыграешь нам музыку на небесном своем фортепиано, старую лиричную, не такую, как в клубах, не такую, как слушают лежа в депрессии на диване. Это будет танец двух душ, играй, не думай. Он подойдет ко мне нежно, обнимет за талию, возьмет мою руку в свою так бережно. И мы закружимся в танце, совсем не по правилам, а та догорая, и снова по берегу осень. Я снова мерзну, восьмой раз в столичном и 20 раз в том не совсем провинциальном городе. Мне без него небо лишь потолок, взгляды все непривычны. Без него все рано, зимой больно и холодно. Как бы тебя не звали, создатель, выкури моего Ричмонда и послушай. То, что стучит под моей грудью, если не это любовь, то что? Посмотри не на жизнь, а в душу. Люди вокруг самые разные, с одинаковыми намерениями. Не такие, как он, на него не похожие машины. Но с ней потолок не становится небом. Они не попутчики мне, они проезжающие, прохожие. Как бы тебя не звали, создатель, ответь за меня, находящий. Звонок на айфоне холодный, нет, мне никто не нужен, кроме него. Он один, настоящий. Так играешь, давай на столе. Играешь на музыку, на небесном своем фортепиано. Старую лиричную, не такую, как в клубах, не такую, как слушают в депрессии на диване. Это будет танец двух душ, играй, не думай. Он подойдет ко мне нежно, обнимет за талию и возьмет мою руку в свою так бережно. И мы закружимся в танце, совсем не по правилам, от та до дара, и снова по берегу. Благодарю. Приятно. Ох, а следующая наша композиция посвящена тоже обострению, которому, думаю, все мы подвержены.
музыкально невесомому, скажем так. Ну, понятнее, наверное, все-таки музыка, потому что объяснять песни это. Да, Дмитрий не спал ночь, приехал просто вот в гастроли. И, между прочим, да, мы сегодня все празднуем его день рождения, потому что на прошлом мероприятии его не было. Давайте поаплодируем! Thank you.
замечательная наша композиция. Вот она как раз-таки написана прямо под тему вечера. Это тоже наш небольшой эксперимент, начиная с названия, заканчивая вообще концепцией композиции. Вот вы, наверное, все знаете, что такое гироскутер. А наша композиция называется гироклоун. Вот такое странное название. Сначала по пояс, потом по грудь, потом долгий хохот, саду на скамейке, или под конец соловья согнуть. И маленькая девочка ледяная блеснет морозной своей косой. Я тоже ничего не понимаю, по углям горячим пойду босой. Или вывалятся из рта предметы, не похожи ни на доллары, ни на рубли, как будто я приехал с другой планеты, или вырос на крепо из-под земли. Ну а по правде я здесь родился, хотя вызываю уместный смех. Просто у меня потолок отвалился, вот отличается чуть от всех. В таком состоянии жить никуда, я могу, к примеру, совсем не спать. Только меня всерьез называют Будды, а я еще только хочу им стать. А пока сам себе говорю до свидания, не хожу без одежды, когда зима. А в сумерках стараюсь не привлекать внимания, с удовольствием перепрыгиваю. А сейчас, перед тем, как мы начнем жеребьевку, мы позовем на сцену поэтессу, которая прочтет нам буквально 2-3 стихотворения. Она не была заявлена в программе, но сейчас мы ее с удовольствием послушаем. Катрин Соловьева!